Струнные технологии заинтересовывают все больше и больше людей. Вдвойне приятно, когда партнерами становятся старые добрые друзья. Сегодня в гостях у компании Skyway давний знакомый из Киева Владимир Анатольевич Харченко. Художник, писатель, поэт, музыкант, композитор. В последнее время специализируется на разработке и продвижении сайтов. С Анатолием Эдуардовичем Юницким они познакомились в далеком 1986 году на конференции в Гомеле. Это было совершенно невероятно. Я полностью погрузился в эту невероятную идею выхода в космос без ракеты. Собственно, даже благодаря тому, что я погрузился и максимально рассказывал, продвигал ее кругом от Федерации космонавтики, даже медаль Гагарина получил, да, потому что... Ну да, мы от Федерации космонавтики работали. И от Фонда мира, это, да, да, да. И этот фильм «Небо на колесе» там тоже так я был запечатлен, когда говорил, даже слово специально придумал, экогенез. То есть я сказал тогда на конференции, что нужно говорить не о сохранении экологии, а о экогенезе, то есть создании заново экологии. А в том проекте там как раз это была же вот возможность, это основная мысль была, то есть восстановление экологии. До сих пор все технологии являлись разрушающими. Даже если это созидающая технология, она обязательно разрушала или окружающую среду, или что. Данная концепция, фактически это первая концепция, ну как бы сказать, она экогенная. То есть это первая в истории фактически экогенная технология, порождающая. И вот совершенно недавно я в интернете, совершенно не случайно, безусловно, исходя из всей предыдущей истории, наткнулся на этот проект и сразу, конечно, вышел с Анатолием на связь, потому что мне колоссально интересно участвовать, так сказать, в реинкарнации того проекта, который был в новом рождении, привязанным уже к Земле, не к космосу, что вот на данный момент гораздо важнее, потому что уже время изменилось, раньше люди больше в космос стремились, сейчас вот это крайне важно. Тут одновременно совмещаются ряд факторов, то есть это новые технологии, это сохранение экологии, это большая экономия ресурсов. Все это в куче, ну просто гениально. Видите, какой бы транспорт я ни взял, есть колоссальное взаимодействие с окружающей средой. Он опасен, и проблема экологии вылазит. А поскольку будет использоваться только внутренние силы системы, то эта система будет экологически безопасна, потому что наружу не будет выбраться ни энергии, ни химические продукты, ни что-то иное. Потому что это будет внутри системы включено. Именно поэтому и 30 лет назад я с огромным интересом взялся помогать, продвигать. И сейчас тоже с огромной радостью займусь этим делом, продвигая в Украине, помогая продвигать в Украине эти идеи, так, чтобы и там были возможности в свое время запустить этот проект. О всех преимуществах струнного транспорта генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий рассказал Владимиру, подробно останавливаясь на важных фактах. В пролете, допустим, 50 метров комфортно двигаться на скорости 100 км в час, неровности пути на пролете могут достигать величины 100 мм. Это вот. И человек не будет ощущать, он будет плавно ехать. Угу. Да? Чтобы на этом пролете ехать со скоростью 500 км в час, неровности должны быть не более 7 мм. То вот эти улучшения, прогрессивные решения, оптимизация, она касается всего. И подвижного состава, путевой структуры, анкерных опор, грузовой системы. Потому что в следующем году, осенью, мы покажем вот это. Владимир, в свою очередь, поделился своими идеями по сотрудничеству и продвижению струнного транспорта. С появлением эпохи интернета я полностью погрузился в интернет, это еще, естественно, в конце прошлого века, конец 90-х. И с тех пор очень много работаю над продвижением сайтов. То есть мой первый сайт был в 98-м году персональный создан, потом появлялись другие, сейчас более 300 сайтов, я свой хостинг имею, я регистратор доменных имен. И в совершенстве знаю все способы продвижения, как правильно и наиболее эффективно, и наиболее оптимально продвинуть проект в интернете с наименьшими затратами, с большей эффективностью. То есть, чтобы, говоря уже языком коммерции, чтобы стоимость приведенного клиента была минимальная. В конце встречи наш гость из Киева признался, что грандиозные проекты всегда ему были очень интересны.
Вот именно, не пугает, а наоборот стимулирует к действию. Мне интересны большие проекты. Именно поэтому я заинтересовался тогда тем проектом, поэтому сейчас заинтересовался этим. Это уж наиболее интересно работать над чем-то глобальным, когда, конечно, очень хорошо, когда получаешь там определенную прибыль, но еще лучше, когда оставляешь себе в каких-то глобальных таких совершениях. Безусловно, тут я как художник тоже, мне нравится, когда мои картины по всему там миру на выставках висят, и люди на них смотрят, это замечательно. У меня более 60 выставок в 12 странах. Это как бы определенный разговор с людьми посредством искусства картины. А здесь разговор с людьми посредством технологии, приглашение к диалогу. То есть вот это вот именно вот сбор людей на этот проект, это краудинвестинговые совершенно гениальнейшие темы для проекта. Это вот идеальный способ поговорить с людьми о будущем и вместе создавать это будущее.